президенты, когда народ победил власть по таким вопросам, когда экологи всей России собрались и выразили протест против трубы, которая должна была пройти по берегу Байкала, и мы в этом участвовали. Все вместе мы победили. Мы будем помогать вам поднимать всю страну. У нас 75 региональных отделений партии «Яблоко». Черноземье – это достояние не нескольких регионов. Повторяю, это достояние всей России. Если будем бороться, будем активными, не будем опускать руки, то мы обязательно победим. Рудокоп не пройдет. Спасем чернозем! Спасем чернозем! Спасем чернозем! Спасибо.